За последние два года волонтеров в Рязани стало на 2500 больше. Меняется и лицо типичного добровольца. Если раньше это были школьники и студенты, то сегодня возрастные ограничения смазаны. Есть даже специальная серебряная категория – от 55 лет. На сегодняшний день у нас существует 15 основных направлений деятельности. Они абсолютно разные, начиная от наиболее всем знакомым, таких как там помощь, да, одиноким пожилым людям, да, или детям в интернатных учреждениях, заканчивая новыми направлениями, интересными. Это урбанистическое волонтерство, да, создание комфортной городской среды, да, содействие там, появление каких-то арт-объектов. И все же именно молодежь сегодня основная опора волонтерства. Именно эти парни и девушки безотказно помогали в красных зонах, работали на горячих линиях колл-центров, занимались поиском пропавших. Самых достойных из них наградили почетными нагрудными знаками от губернатора и памятными призами. Но лучшим добровольцем года, как известно, может быть только один. В нашем случае одна. Главный приз победителю вручила глава Рязанской администрации. Чувство гордости вызывают у нас люди, такие, как вы. Люди неравнодушные, люди, которые щедро делятся теплом своей души и бескорыстно помогают. За достижения в сфере добровольчества «Доброволец года 2021» становится Саулина Екатерина. Ученица 65-й Рязанской школы Екатерина Саулина – руководитель отдельного волонтерского отряда «От сердца к сердцу». Ребята весь год поддерживали детишек с онкологическими заболеваниями. Я благодарна всем, кто поддерживал, голосовал за меня. Благодарна тем, кто устраивал, кто устроил все это мероприятие. Помогал мне развиваться в добровольчестве. Благодарна куратору своего школьного волонтерского отряда. Всем ребятам, с которыми я работаю и буду работать. Спасибо вам большое. Сегодня волонтерство в области охватывает больше 70 тысяч рязанцев. Почти 150 мероприятий в этом году сделали благоприобретателями 23 с лишним тысячи людей. Но все эти цифры не просто статистика. За ними судьбы реальных людей, чью жизнь ребята сделали лучше. Пусть даже на чуточку. Максим Васильев, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».